Провести в Чувашии республиканский женский форум и большой отцовский совет. Эти предложения сегодня выдвинули председатели Союза женщин и Совета отцов на встрече с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В Союзе женщин работают только самые деятельные и энергичные, сообщила председатель Левтина Федорова. Во всех районах при ЗАГСах созданы советы, а проект «Особые разные равные», направленный на поддержку мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, выиграл президентский грант. Совет отцов в Чувашии существует всего год. За это время созданы советы при школах и детских садах. Выверенная социально-демографическая политика в республике дает результаты. По удельному весу разводов по прошлому году были где-то на 8-м месте, это показатель по статистике по Российской Федерации, среди регионов Приволжского федерального округа. Сегодня этот показатель мы улучшили в течение года. То есть не ухудшили, а улучшили. Значит, мы все правильно делаем. Алевтина Федорова предложила провести в следующем году в Чувашии женский форум. Председатель Совета отцов Алексей Мурыгин, в свою очередь, сообщил о начале подготовки Большого отцовского совета, куда будут приглашены представители Советов отцов всех уровней.